Я слышал не однажды этот спор о полноте заслуг перед народом. Отважнее войска какого рода? Но как же глуп порой этот спор, как мал наивен смысл в проблеме той. И все свое возьмем, когда нагрянет, и небо голубое алым станет. От взрывов и от кровушки людской, кто раньше всех смертельный примет бой, кто в тыл врага опустится на стропах, а кто-то будет просто рыть окопы, чтоб в них уснуть присыпанным землей. Так каждый выполняет свой приказ, нельзя не придавать тому значения, коль проявив отвагу и уменье, ты выполнил задачку в нужный час. Но роль твоя в бою не так важна, кто был ты и кто есть, а это значит, для выполнения боевой задачи любовь и верность родине нужна. Иначе ж от позора не уйти нам всем, от генерала до солдата. И мне порой так хочется, ребята, чтобы не рвали вы тельняшки на груди. И мне порой так хочется, ребята, чтобы не рвали вы тельняшки на груди.